Горы сухой травы, разведение открытого огня и еще десятки нарушений выявили сотрудники МЧС в селе Богатыревка. Спасатели организовали там противопожарный рейд. Как показывает практика, такие недостатки встречаются чаще всего. Среди нарушений – отсутствие возможности подъехать к жилым помещениям в случае пожара и емкости с водой на территории участка. Дачникам сотрудники МЧС рассказали о безопасном поведении в быту и на природе, основные причины возгорания и еще раз напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Специалисты особо отметили, практически все возгорания происходят по вине человека.